Такая коробочка. Сейчас скотч очень долго отрывал. Здесь куча бумажек. Лежит вот такая штучка в этой коробочке. Это типа самая лучшая надувалка для камер в мире. Вроде как. Сейчас будем тестировать. Производитель Gentilin. Типа это Италия какая-то должна быть. То есть это ниппель для накачки автомобильных камер, для компрессора, для насоса. Быстросъемный, вроде бы как очень хороший. Обошелся он дофига, почти 1000 рублей. Вот доставка быстрая, буквально дней за 5. Вот Made in Italy. Сейчас попробуем. Так, накачал я велосипедную камеру. Держит хорошо. Вот, видите, если криво, то начинает спускать. Если ровно, то держит. То есть все равно, возможно, рукой придется придерживать эту штуку. Но в целом нормально. Очень удобно. Опа. Снимается тоже удобно. Так пока приколхозили временно. То есть, когда нажимаю вперед, вот эти зубчики зажимают ниппель с двух сторон. Внутри там, похоже, есть резиночка. Сейчас я подсветку включу. Да, какая-то резиночка там есть, она держит уплотнение. Соответственно, резиночку, вероятно, это надо будет менять со временем. Хопа, вот так вот, зажимы с двух сторон. На Алиэкспрессе есть похожие тоже насадки, надо будет попробовать заказать. Но это выглядит очень удобно, видите, как под палец. То есть, в принципе, штука качественная, но нужно держать рукой все равно, чтобы ровно это было. В общем, прикольная штука. Ищите такую модель в интернете.